просто так добираемся на выставку, а на ручках. Сейчас поймете почему. Бука едет. Итак, вот такой сегодня выбор у организаторов мероприятия всей этой выставки. Покажи, пожалуйста. Я вот так пытаюсь, вот да, это все. Да? Все вот это вот показать. Классно, да? Вот это вот промзона какая-то. И на ней... Вы знаете, на самом деле самое смешное, что это оказывается концертная площадка. Концертная площадка. Я даже... Нет, я слышала, что вот у нас вот есть такая штука, как Кроп-арена. Но то, что это вот здесь, и это вот так, даже не подозревала. Какие-то стекловатые завешенные окна. Ну, естественно, какая выставка, на какую выставку нельзя пройти с белой платно, собакой. И все это вот это капец. Так. Ну, какой красивый. Где? Тут под ноги еще вот смотрю. Ну да. Я уже тут начнулся. Асюльчик, а вот здесь вот ты можешь уже сходить. Сейчас еще не санемся. Булка не поняла, что произошло. Разбудили, куда-то повели. Куда, зачем, кого и... Опа. Опа. Сколько тут всех. Цок-цок-цок, цок-цок-цок, какие все красивые, какие все нарядные. Так, встанем вот здесь, стол. Вот так, если издалека смотреть, там один ринг с той стороны, здесь участники и разные торговые точки. И вот наш ринг. Там вдалеке где-то судья. Белые бумажки, расписание. Мы, кстати, одни самоеды сегодня. Вот так все. Тут палаточный городок. Кто чем? Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал. У нас столик наш готовится. Делает вид, что... Не понимает по-русски совершенно. Я как туда залезть? Как? Я от ринга. Ага, залезла? Конечно. Мы прям за стойкой бара. Прекрасно. Просто чудо. Так. Разные ребята выступают. Сниму. Так. Вик вторые группы. У нас где у нас пятая группа наша. Из пятой группы подходим. Игорь Долматин. Готовится наша группа. У нас в группе Акиты. Это получается у нас группа со спецовыми. Шпицы и примитивные сухари. Пятая группа, это вся это. Пропустите, пожалуйста. Какая прелесть полетела. Илья. Какая красота. И всех хочется поснимать, такие все красивые. Что тут вон сутул на всех? А? Какие-то дураки-то.
впервые все в новинку. Да-да, на ручке. Молодец. Судья тут не смотрит совсем. По прямой. Теперь по прямой. Ай, лиса. Ай, лиса. Еще раз по кругу. Все, булка, и уже на этом. Очень молодцы. Хорошо. Очень хорошо мы получили. А почему не отлично? За жадность. Mm-hmm. Да. Это вполне как бы предсказуемая штука. Я так и думала. Но очень хорошо, это тоже прекрасная цель. Да? Надо было перчик тоже вести. Он бы тут показал разжатость. Причем самое интересное, что нас пригласили первыми. Потому что вообще-то в группе, не помню точно, или больше 20, или вообще по 30 собак. То есть в нашей пятой группе. Но так как мы были вообще одни, нас пригласили первыми. Поэтому мы отстрелялись в этот раз прям шикарно. Ну, вы видите, какой палаточный городок разбит, то есть это мероприятие вообще на целый день. Потому что разные группы, а потом они еще бестов ожидают и все остальное. Вот, поэтому... да-да-да, это туда еще, в ту сторону. Да-да-да, ну два ринга просто, да, разные, разные бестовки. Поэтому вообще очень круто, что мы все сделали так быстро. Такая красивая булка, такая красивая козочка. Такая красивая. Вот. А перчуша у нас. Ну, перчуша отличник, конечно. Он беста не взял исключительно из-за своей шелопопности. Наоборот. Угу. Обратная ну да, ситуация. Ну, блин, да, что теперь. И вот мы уже в машине. Асюлечка. Вот. Ну, естественно, нельзя зайти на выставку и не купить вкуснях. Да? Вот даже ребятам там мини-рекламку сделаем. У них Инстаграм. Асюль, выбирай одну тебе, одну перчику. Какую ты будешь? Какую? Ась. На. Ну? Интересный вариант. Ага. Выбрала. Забирай, забирай, забирай. Ась, забирай. Нет, эту, да? На. Ну? Ну что мы так скромно-то? Бери. Какую? Ася. Асюль. На. Вот. Ну. Так. Будем считать, что ты выбрала. Девочка скромная, скромная, да? Едим через губу. Так. Ну, а это пойдет перчуша. Кстати, Марсюше мы тоже купили подарочек, но его мы покажем вам позже. Он там сейчас у Карины остался. Она еще документы забирает наши.